хочешь? Какой звук, бля, вырвал. Придурок, ебан. Эй, нихуя. Бля, пошутил. Пошутил, пошутил. Еблан, бля. Ну, мне просто похуй, пускай горит. Горячо, ай. Ладно, сука. Сейчас обойтись, говорит он похуй. Я ебать нахуй. Да дурак склади. Пиздец. Дурак, блядь. Побольше зажгёте-то. Рамиль, прости, пожалуйста. А пока он к розетке так подойдет бы. Рамилюшка, прости, пожалуйста. Извините, я не простите. Как в этикете. Два часа открывается так. Видишь, он тебе знак дает, чтоб ты поджег. Сука, на такой смех выбивает. Ну, помилуй, блядь. Куба. Под ними еще сгорелись. Ебануться нахуй. О, воняет как. Открыть? А я думал, открыть пошел. Смазажел. Пиздец. Подожди, пожалуйста. Извини, ой, пожалуйста. Ой, бля. Ты, блядь, реально что ли дурак, блядь, или притворяешься нахуй? Реально притворяюсь, да? Мне ведь похуй, я не буду тушить. Мне вообще посрать. Так всю хату сожгешь что-то. Да, тут дальше не пойдет. Не, обои-то пойдут сжечь. Да, вряд ли. Почему? Они же здесь вплотную пошли. Поехали, но вряд ли, бля, будет гореть. Если тут внизу сгорит, то они и выше могут сгореть. А там, во-первых, видишь, там они вон примерно вот где оборваны. Ну. И еще с метр они вот отклеенные. То есть вверх они сейчас сгорят. Потому что там. Угу. Чтобы не мешали. Блин, что-то вроде. Че? А, ну вот. Сейчас беспонтово. Че уже?